Всем привет, с вами Андрей, и сегодня я продолжаю проходить игру «Городской гонщик», и сегодня у нас на очереди очередная серия и очередной квест. В общем, как звучит сегодняшний квест? Сегодня нам нужно показать маяк и проложить маршрут туда. Ну, опять же, я квест перевыполню, потому что здесь вроде бы не один маяк, а целых два, может быть их больше. Потому что я карту не помню, я ее не могу описать, я могу интуитивно по ней ездить. И сегодня хотел бы показать этих два маяка. Спасибо, что вы пишете квесты, я, естественно, рад вам. Продолжайте в том же духе писать разные квесты, потому что тут действительно большая карта и есть что поделать. Так. И также под конец времени, как мы... я вам покажу два маяка, мы... поделаем еще кое-что, что я придумал перед началом съемки этой серии. Так, первый маяк достаточно близко расположен от начального места, где мы начинаем езду по городу. Он у нас расположен вот на этом большом острове. Так, ошибка тут небольшая вышла. Блин, еще фейл. Вот он, в принципе, у нас и есть уже впереди он. Он у нас впереди виден. К нему идет вот такой вот деревянный мостик. И если ехать вот тут, то вот так вот можно, в принципе, об деревяшку долбануться. Об столб. Несущую конструкцию, короче, моста. Вот так вот у нас выглядит. Он не шевелится, то есть видно, он излучает свет с двух сторон. И не крутится совершенно, то есть в него невозможно попасть. Вот так он выглядит, вот такой вот у него... цвет, то есть такой вот бело-серый, немножко грязный, как будто, не знаю, оброс чем-то непонятным. Ну и тут он уже впереди, вон там вот уже есть конец карты, видно зеленый уже. Зеленый край, и это означает, что здесь уже, в принципе, конец карты. То есть вот такой вот маяк, вот, в принципе, он у нас здесь и расположен. И давайте же теперь поедем ко второму маяку. У нас тоже... расположен дальше, намного дальше, чем этот, и дорогу я не помню, но сейчас буду пользоваться своей интуицией, то есть интуитивно искать эту дорогу, как я, в принципе, всегда и езжу. Вот что это сейчас за дебилизм был, когда я посмотрел назад, и тут же появилась тачка, но это бред полнейший. Так. У нас тут опять тупят все, назад едут. Я не знаю, как можно такие тачки покупать, так ездить коряво, не уметь. Так. Даже не знаю, что уже сказать. Надо вспоминать, куда ехать. Я особо честно не знаю, куда ехать. Я вообще не знаю, куда ехать. Сейчас будем... брызгать по городу, то есть гонять по городу и искать этот маяк. В принципе, я знаю, где он расположен, только я не знаю дорогу туда. То есть я знаю место, где он расположен. К нему идет вот такой вот примерно каменный мост, он довольно-таки длинный. Сейчас попытаемся к нему, естественно, попробовать подъехать. Так, вроде бы мы уже подъезжаем. То есть уже совсем чуть-чуть осталось. Да. В общем, я опять остановил запись, и вот такой вот небольшой фейл вышел. Также я еще хотел сказать насчет одной новости. У меня появилась буквально вчера вот такая вот идея, как насчет погонять в городском гонщике по горам. То есть посмотреть, залезть на всякие вот эти высокие горы и посмотреть, что у нас там есть. Если вам нравится такая идея, то предлагаю пройти в комментарии и поставить там плюсик. Так, тем временем я еду куда-то, только сам не знаю. Сейчас надо действительно думать, куда ехать. Так, вот там какая-то дорога есть. Нет, она через другой город идет. То есть, достаточно уже долго я ищу.
по идее, где-то уже тут должен быть маяк, он тут совсем недалеко. Да-да-да, вот-вот он, впереди. Значит, я все-таки в правильном направлении шел. Значит, все правильно. Вот он, в принципе, идет такой вот длинный мостик. Как я говорил, он каменный, то есть вот такой вот красивый мостик. И что самое удивительное, то что сюда не ездят машины. Да, это стопроцентный факт. Давайте посмотрим. Давайте, может, кто-то все-таки поедет. Не, уже много он машин проехал. Вот, может, этот повернет. Нет, не хочет поворачивать. Только, то есть, как мы видим, сюда машины не ездят совсем. Вообще. То есть я ни разу не видел, что здесь по мосту ездили машины. Вот так вот и выглядит, в принципе, наш второй маяк. То есть он находится на таком отдельном острове, где у нас есть еще такой вот жилой дом. Тоже есть обшарпанный. И причем хочу подметить, что этот маяк тоже такой довольно-таки обшарпанный. Как мы видим, краска начинает слезать, и уже видны кирпичи. То есть такая вот текстурка у него. И точно так же он излучает свет с двух сторон. И ничего с ним нельзя сделать. Но здесь с любыми зданиями ничего нельзя сделать. И там вот уже вот в той стороне уже тоже виден край карты. У нас на мини-карте зеленый цвет идет. И это означает, что это уже конец карты. То есть сегодня, получается, мы с вами выполнили квест. Даже перевыполнили. Я люблю перевыполнять квесты. И что же я дальше хотел сегодня поделать? Хотел я сегодня повозить пассажиров, естественно, поискать пассажиров и поискать их. Вот-вот. Это действительно было круто сейчас. 1316 евро нам предлагают, чтобы довести пассажира до нужной точки. Мы, естественно, не будем тупить, не будем ездить по дорогам, а будем ездить среди домов. Походу, он действительно куда-то далеко захотел. Так, тут я зафейлился, хотел заехать и не увидел, что тут есть такой кустик. Так, тут мы уже заезжаем на дорогу. И тут вообще действительно крутая горка, поэтому здесь можно съехать. Вон уже поехали некоторые люди, я имею в виду съехать в реку или... я не знаю, скорее всего, это речка, потому что тут вон... Они связаны, тут вообще какие-то острова очень странные, то есть город на островах. Я даже не могу точно сказать, какая это страна, это ни на одну страну не похоже, на Рашку это вообще не похоже. В общем, я не знаю, может быть Америка, хотя тоже, вряд ли. Надо будет прочитать, зайти на сайт городского гонщика и посмотреть. Если какие-то новости узнаю, то я вам, наверное, их и, скорее всего, и расскажу. Получается, нам везет сегодня конкретно, как мы видим. Тут есть еще один чувак. Мы его тоже подвезем, да. Ой. Чё он творит-то, идиот? Я нечаянно вместо стрелки вверх нажал пробел. Ну ладно. Теперь совершенно другую сторону. Ну тут не тяжело, тут просто... Ну, наверное, самое идиотское вот подвозить пассажиров, то есть заниматься... этим делом таксистом быть. Это очень странно, потому что я имею в виду то, что вот эти вот, эта вот постоянно мигающая зеленая точка, она очень напрягает. Я имею в виду то, что он теперь может мигать, а моста может быть и не быть. То есть вы не знаете, куда ехать, а точка мигает куда-то на другой остров, а к нему вы не видите никакого моста. И получается, что вы не можете просто тупо его подвести. Вот это сейчас было глупо, но ладно. Возможно, я сейчас как-то по-идиотски сказал, но... все, что я сказал. Ну ладно, все, я уже окончательно запутал сам себя. За нами опять гонятся менты. И сейчас нам нужно отстать. И он не хочет вообще отставать. Ну все, это фейл. Все. Да, меня всегда бомбило из-за того, что они вот постоянно вот это вот кричат. Ну, вы не слышите, потому что у меня звуки отключены. Надо найти еще одного пассажира, вон у нас тот самый маяк. То есть вы теперь знаете, как подъехать к этим маякам обоим. И можете, естественно, посмотреть на них.
Сейчас будет угар, если он меня повезет к этому маяку. Было бы интересно подвести его к этому маяку. Сейчас у меня на улице опять солнце так светит ярко, очень. Ничего я не вижу практически. Ослепляет меня солнце полностью. Так. Фэллом с кустом сегодня не будет. Слушай, а куда он вообще хочет ехать? А, нет, он все-таки у домов, а я думал где-то на пустыре. Так, все. Ну смотри, что они творят, просто идиоты, придурки. Сейчас бы разломать ему эту тачку и все. Иди в жопу. Теперь они будут бибикать. В принципе, также можно пробку создать. Я пробовал создавать пробку, не имею в виду то, что я просто баловался. Я просто переворачивал машины, и получается, просто не было пути. И они все стояли. И получалась такая огромная куча. Вот представим в такой же ситуации, если, например, здесь не было этого моста, он был с какой-то другой стороны, а вы карту совсем не знаете. И получается, вы бы тупо тупили, как довести этого пассажира до места назначения. Лол, что это было сейчас? Что за хрень? Не, я его не вижу. Машина вообще не хочет ехать. Так, надо сейчас убираться. Ой, все. Давайте лучше R нажмем. Куда ты респавнишься-то, а? Так, едем к месту назначения. Кстати, еще хотел бы сказать то, что мне писали в комментариях насчет как смотреть на зад и как спауниться на дорогу. Сейчас я это объясню еще. То есть, чтобы смотреть назад, мы нажимаем на русскую букву И, чтобы респауниться, вам нужно не двигаться. Если вы будете двигаться или, например, вас копы задерживают, то у вас не получится это сделать. Просто нажимайте на букву R, ой, на букву К русскую, и у вас вы респаунитесь на дороге. И также, если вы хотите все-таки посмотреть на управление, то нажимайте на F1. Вот у нас здесь все показывается. То есть управление нельзя поменять. Оно у нас для всех единое. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денег уже. 66%. И... Да. Хреново. Ну ладно. И теперь опять какую-то заднюю точку нам ехать. То есть, опять через этот мост. Ну, короче, это геморрой. Ладно. Чё он делает-то? Не, нормально. Что-то там было, я только не увидел. Блин, да... Какие же идиоты. Блин, просто придурки. Я не знаю, как так можно было вообще делать дороги такие. Я не знаю, хоть бы что-нибудь сделали, хоть столбики поставили, чтобы не уваливаться. Да, что-то как-то слишком далеко, блин, сейчас так солнце вообще слепит, ничего не вижу, просто тьма какая-то. Еще ночь наступила такая. Прям уже практически вслепую еду, только вижу вот эти фонари все яркие. Кстати, я что заметил, машина тоже освещается при фонарях. То есть, когда подъезжаешь к фонарю, то она становится немножко светлее. От того, что на нее светит фонарь. Так. Давайте этого пассажира все-таки довезем до нашего назначения. Уже на этом, наверное, закончим. Может быть, сейчас еще в автосервис сгоняем, посмотрим там. Все, отлично. Окей. Окей, let's go, не туда еду, или туда, ну поехали тогда, сгоняем в одно очень интересное место, и вот сейчас я совсем ничего не вижу, вообще просто тьма для меня, для вас будет нормально, если вы смотрите
темном помещении достаточно, ну или хотя бы там не светит солнце, как у меня. Опять наша горочка. Хотел подрезать, но не получилось. Ну здесь нас 100% сейчас... Нет, наверное, не повернет. Сейчас я со всей дури просто поворачиваю, и она вообще не хочет поворачиваться. Все, погнали. Так вот, с корочки очень быстро. Сейчас вообще не поворотливо, потому что 60-77 даже процентов. Я помню, как было 80. Не знаю, ее можно ли тут до 100% догнать. Я не пробовал ни разу. У меня не получалось просто до такого состояния. То есть, чем больше вы ее разбиваете, тем дальше уже тяжелее ее будет разбить. То есть, у вас, например, 1% повреждения. Да? А дальше будет там от 1 до 10 будет легко. От 10 до 20 уже намного сложнее. И так дальше. То есть, чем сильнее повреждение, тем еще сильнее, как сказать. Ну, в общем, очень будет тяжело. Вот, например, 78%, дальше уже разбивать ее будет тяжелее, чем, например, начиная от 1%. Ну, то есть, думаю, вы меня могли понять. Ладно. Опять какую-то хрень несу, но она суть не в этом. Так, и, в принципе, ничего нельзя починить. Ну, давайте тогда оставим эти деньги и на этом уже закончим. То есть такая вот у нас получилась сегодня серия городского гонщика. Если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом с своими друзьями и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Также не забывайте писать всякие квесты для городского гонщика. И также пишите плюсик, хотел в чате сказать, в комментариях, если вы за, чтобы в следующей серии я гонял по горам. С вами был Андрей, всем удачи и всем пока.